Сегодня 15 августа 2024 года. Мы сейчас гуляем по Куяльнику и направляемся в сторону церкви. Уже вот виднеется там купола. Да, вот это вид на Куяльник. Вот мы подошли к церкви, но она закрыта. Да, вот это двор. Так, церквушка закрыта, а это мы дальше гуляем по Куяльнику, и здесь какой-то жилой дом. Сделали столик во дворе. Да, белье сушится. Здесь живут люди. Да, напротив бювета. А тут вот на другой стороне наш бюветик, где мы воду набираем. Смотри, там вот на втором этаже красивый балкон. Все зелено здесь. Идем посмотрим на какое-то объявление, сдают ли комнаты. Да, вот объявление, сдам комнату и телефон. Может, кому-то надо. Прямо напротив лимана и напротив бювета. И здесь тоже. Это парадное, что это? Да, идем посмотрим. Интересно. Боже, интересно, это жилая. Посмотрите, какие окна огромные там. Класс, да? Ничего себе. Да. В общем. Что здесь живут люди? Так, было бы хорошо, если бы занимались архитектурой и как-то его восстанавливали. Так, а здесь двор прямо, смотри. Угу. Давай зайдем тоже посмотрим. Дворик, там вон живут люди, балкончик,
здесь. И двор тоже выходит прямо на Куяльник. Через дорогу, считай, да? Да. Ты на лимане. Принимаешь солнечные ванны, солевые, грязевые. Да, здесь прохладненько, хорошо. Вещи висят. Вот тоже какая-то парадная, интересная. Все такое старое-старое, старинное, правильно сказать. С реки Двериха. Это парадно интересно? Да. Так живут люди на Куяльнике. Много плодов. И их местный магазинчик, продукты. Давай. У магазина вот такие вот чудесные собачки лежат. Одна, вон вторая. И спиртное строго до 20:00. Хорошенькая. Спишь в тенечке. Еще какой-то жилой дом. А первого кота встретила на Куяльнике. И то он пошел вон себе. Побежал. Здесь какая-то еще скульптура есть. Я на нее не обращала внимания раньше никогда. Мы уже на лимане. Сегодня все такое белое здесь. Соль блестит, переливается. Все, мы уже сегодня на Куяльнике отдохнули. В душ сходили. И сейчас просто налегке идем уже на остановку домой. Да, а людей сегодня, кстати, очень много. Больше, чем вчера было, позавчера. Да, сегодня четверг. Ну вот, такое. Это круто. А в пятницу, мне кажется, ажиотаж будет. Да. Скорее всего. Но это не точно. Вот такой сегодня Куяльник. Вот здесь шикарно, да? А воздух какой. Так, все, мы уже в сторону дома.